Племенном питомнике служебного собаководства при ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области у немецкой овчарки по кличке Сакура родились 3 мальчика и 3 девочки. Появление на свет пушистых бойцов было долгожданным. Поэтому сотрудники очень рады, что роды прошли удачно. Роды у нас прошли без потерь, очень легко. Это у нас лучшая мамочка. В целом, в течение 6 часов родились все 6 щенков. Сейчас малыши находятся на карантине, а после 2 месяцев приступят к освоению общего курса дрессировки и обучению в специализированном центре. За каждым будущим четвероногим бойцом закреплен сотрудник кинологического подразделения. Сейчас пока мы ведем наблюдение за щенками. В течение 14 дней данные щенки комиссионно обследоваться будут и проведется отбор. После проверки на пригодность будущие пушистые бойцы получат имена. Клички служебным собакам дают в алфавитном порядке. Каждому помету на 1 букву. В этот раз они будут начинаться на букву «С». Обучать каждого будут по определенной специальности. Розыск людей и предметов, задержание, обыск местности и помещений. В настоящий момент всего в питомнике содержится 10 собак. Юлия Адамова, Улправда ТВ.